Да, насыщен центр поля у Камеруна. Посмотрите, не было этого в первых матчах. Много было ошибок. Фактически там Алекс Сонг за всех трудился, старался. И нет сегодня, кстати, на поле Макуна. Он много двигался в первых трех встречах, но много и ошибался. Поэтому остался в запасе. Вот вполне возможно, его потерю восполнит Констан Манджек. Опять передача на Идрису, причем, обратите внимание,